При участии сенатора Российской Федерации Александра Русакова прошла рабочая встреча руководства Ярославского радиозавода и Демидовского университета. Главный вопрос круглого стола – пересмотр положений и подписание обновленного соглашения о сотрудничестве. Это в первую очередь связано с новым статусом ЯРЗ как основного предприятия по производству серийной аппаратуры для отечественных спутников. На сегодняшней встрече совместно выработали вектора дальнейшего развития, определили в рамках этих векторов, что предстоит еще сделать, чтобы углубить уже и без того существующее взаимодействие на текущий момент. Ну, определили темы перспективного взаимодействия, в рамках которых завод мог бы более плотно работать с университетом. Мы проговорили вопросы повышения качества образования, которое предоставляет Ярославский вуз. В планах совместной работы университета и предприятия – увеличение количества профориентационных мероприятий, повышение качества образования, использование научного потенциала вуза для решения производственных задач. Расширится также список направлений совместной деятельности не только в сфере радиофизики и радиотехники, но и искусственного интеллекта, микроэлектроники и других. Мы сегодня очень конструктивно, предметно поговорили. Вот на таком высоком уровне, а дальше уже договорились, что мы непосредственно делаем с факультетами, с физическим, с ИВТ, с математическим, и на самом деле не только. То есть, в принципе, весь университет готов взаимодействовать с радиозаводом и создавать хорошие, интересные продукты и готовить кадры. И я нисколько не сомневаюсь, что вместе и Ярославский радиозавод, и Демидовский университет намного больше, да, смогут доброго, полезного для не только Ярославля, но и для страны сделать вот в сфере образования, подготовки специалистов, в сфере науки.